Я готов. А что, живой? А он там не сгрызет проводок? Его можно, короче, вывести отсюда. Ебанет хоть не. Там что-то пикает, пацаны. Okay. Okay. Шо вы голая такая? Я надеюсь, это не будет домогательством, если я случайно дотронусь до ее попы. Пацаны, я, короче, хочу отойти тут, подождите, ладно. Я просто ее эвакуирую, еще не подумайте. Говорю, блядь, первый этаж не зачистили. Блядь, ты не туда воевал вообще, блядь. Блядь, иду нахуй, кто по мне, блядь, стреляет? Goddamn, man. Рестарт. Заскучали по новым играм? Совсем скоро выходит Atomic Heart, ретро-футуризм, альтернативное прошлое Советского Союза. На дворе 1955 год, Билли еще не родился, а СССР становится мировой сверхдержавой благодаря роботостроению. Роботы от Slave до Dungeon Master существенно упростили жизнь обычных граждан. Наука, равенство и гачи братство – основные символы современной реальности. Общество находится на высочайшем уровне прогресса. Но какова цена? Atomic Heart — это приключенческий боевик в открытом мире с роботами, мутантами и лабораторными тварями. Куча тайн, интриг и открытий, которые заставят тебя подумать. Еще тут яркие персонажи, как эта бабуля. Еще тут очень реалистичный графон, который будет гладить твою душонку графолюба. Секретные эксперименты ученых в данжен стали результатом появления ужасных монстров, с которыми тебе предстоит сражаться, а в бой вступать придется часто. Для победы над разными противниками используй окружение и ловушки, комбинируя ближний и дальний бой, а еще вот эту перчатку. Используй все, что попадется под руку. Под каждого врага своя особая тактика, не забывай об этом. Огромный выбор прокачки для любого оружия, от пулялы до пырялы. Это тебе пригодится, чтобы превращать врагов в пыль. В России Atomic Heart эксклюзивно доступен на площадке VK Play. Сделай предзаказ прямо сейчас по ссылке в описании, и совсем скоро начнешь познавать этот мир. Фиксирую гражданского с бомбой. Только попробуй, сука. Не, может ее убрать? Чтобы она... Ну давай, давай, ладно. Тебя убили? Нет. Нет, я спрятался. Ебать, повезло, последним патроном убил. Я доложу. Ебать, он живой был, прикинь. Я его добил. Черт. Где саперы, блядь? Блядь, я убил. Иди, смотри. Кого смотреть-то, блядь? Это, блядь. Блядь! О, есть, блядь! Их двое, кстати. Погнали налево. Ранен, держусь. Убили его? Не знаю, стрелял, в стенку стрелял. Ща ему будет. Но он где слева. Еба. Тебя попало. Дай я зайду, блядь. Готов. Не прочь, а нахуя доклад? Ой, в смысле, это вязать их. Чтобы вдруг, если он раненый, блядь. Не встал и ни пушку не взял, не начал воевать обратно. Контрольный вешай тогда. Да. Я не убийца. Нет. Че за хуйня? Пиздец, блять! Блять, как? Большая колода. Let's go, опять. Ёбаный спецназ, блядь, кто под ноги смотрит. Есть тут клево слева. Не видел его. Блядь, гражданский. Все, пацана снял. Блядь, там еще один. Снял. Что там ёбнуло у него? Не знаю, блядь. Чего у тебя там ёбнуло? Я.
нормально. Задача. Спасти цивилов. Передоворов. Стафлист найти. И, короче, победить этот хаос. Там есть кто? Давай, номер два, пошел. Снова неоновые вывески. Ничего не видно. Ну, вон этот магазин перед нами прям. Давай лучше не через центральный. Нахуй парадную. Зайдем в шоколадную. Ну, естественно. Патрульный. Два. Ставлю заряд. Я готов. Раз, два, три, поехали. Еще флешку прокину. Флешка. Окно. Ранен. Блять, спасибо. А это точно был противник? Да. Хорошо. Красотишка, блядь. Я снял его. Вижу. Да еще один там. Он упал. Этот встал. Но он сдается, Я убиваю его. Еще, блядь. Еще одного снял. Чуть ебало не потерял. Эти штурмовики, я бал. Справа гражданский был. Впереди. Ну ёпта, прикрывайте меня, блядь. Я ж не могу в три, блядь, точки смотреть. Как же броня сейвит. Блядь, ёбаная крыса. Я ранен, хожу. Я не могу первым ходить, меня хуёвит. Давай взрывай. Взрывай. Он умер. Fall back. Офицер, don't shoot. Блять, ты ёбнутый нахуй. Там есть. Вы оба умерли? Да. Понял. Бля, ты доебался, пчу кофе. Забирай свою санинову, ёбаный. Пожал нахуй, блядь. Моё пиво, блядь. В очередь, ёбты. Ты иди нахуй, блядь. Что ты там себе наливаешь? Это ладно. Я могу покакать жидким стулом, почти что то же самое. Эк. А ты что пьёшь? Лунго. Лунго? Понятно. Я всего лишь коп. Офицер, блядь, СВАТ-4. Какой нахуй СВАТ-4? Офицер, радио, нот. Вот он. Вот он. Ой. Не понял откуда. А, со второй тоже. Он умер. Put your hands up. Справа есть. Убил одного. Да они тут детей делают. Ебать, я выжил. Чтобы, блядь, не было такого, когда ты открываешь дверь и видишь своего и... Ебать, я в каску прилетела. Вообще охуенно. Есть. Флешку кидаю вправо. На второй тогда спустился. Воевался. О, мне, кстати, каску сбили. Минус я. О, это цивил был? Лол. Блять, опять цивил.
нахуй. Ну ты пульки кончились. О, все, победа. Надо его арестовать. Suspect is in custody.